Ребят, всем приветик. У нас сегодня очередная остановка в штате Огайо, город Цинциннати. Магазин называется Jungle Gym International Market, Food Market. Это считается один из самых больших магазинов по продаже international, международной еды. Сейчас мы туда пойдем и посмотрим, что там продается интересненькое. Центральный вход. Так, ну что? Let's go, guys. Поехали. Так, ребят, гляньте, какие туалеты тут. Вот туалет, хотите? Даже двери нету. Оля, хуки продают, вроде. Кальяны, табачки, да. Вот турки, Турция, Middle East, это Индия. А вон написано, вот турки. Здесь представлена еда со всего мира. Yeah. По чуть-чуть. Даже есть русский отдел, украинский. Обязательно зайдем. Вот Джордан. Пакистан. Да, это надо знать, зачем сюда приезжать. Шри-Ланка. Надо знать, в том-то дело. Или просто ходить целый день тупый. Целый день можно, да, смотреть. Да? Бразилия, Перу. Бразилия и Перу? Есть мексиканская еда. Даже трачок такой стоит, пожарный. Африка. Так, здесь, похоже, у нас рыбный отдел. Пахнет рыбой и стоит катер. Значит, идем в правильное направление, к рыбке. Вот, сюда. Самая здоровая.
Ого. Какие красавчики. Hello. Родик, вот мясо такое надо брать. Это как у меня дома стоит, наверное, да? Типа такого? Нет, это стейки. Это стейки, да? Да, конечно. Они это могут драй. Нарезать? Это драй. Да. А, это драй? Да, драй эйдж. То есть он... А там уже плесень, смотри. Или это нормально? Наверное, это порядки вещей. Да, 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 да. Огурчики. Малосольные огурчики. О, вот это Калифорния, глянь, это классная. Почем они? 2,19 паунд. Такие надо взять калифорнийские, супер. Прям как на рынке. Чего только тут нет. Давай, давай, набирай, набирай. С какой-то страны? Китай, наверное. Китай. Лаос. О, холодильник. Холодильник для пива. Здесь прохладно. О май гаш. Это все пиво. Пиво, пиво, пиво. Thank you.
Адольф, я здесь. Куда дальше, я не знаю. Вино не надо нам никакое? Нет, если хочешь, смотри, что там что-то. Не, вино тоже нет. Так, ну пошли туда, к сырам. Колбаски, сыры. Нет. Работает? Работает. Ух ты, вот она. Хамон. Рудкин, хамончик, как у меня дома. Только это, конечно, круче. Самогонный аппаратик. Самый большой, ребят, чир, сыр в мире. The big cheese. Сыр видел такой громадный? Вон висит. Да, ого. Ого. А, это масло, ребят. Масло на разлив. Какие-то специальные масла. Так, ребят, вот смотрите, Россия. Русия. Russian. Украинская соль. Сахар для чая, сахар для кофе, рис, гречка, масла, диканька. Это и все, да? Следующий тоже отдел, да? Цыганский, да? Смотрите, кетчупы. Килька почем? Доллар 99, кстати, ну, хорошая цена. Нет, 2,29, это... Они чем отличаются? А, не знаю. Балтик. Открой, посмотрим. А вот есть сардинос. Уха камчатская. Сельдь, класс. Огурчики хрустящие. Икра наша, смотри, да? Черная икра, $80. Это пайс, да? Это ничего. Ну вот 79, я думаю, что это... Это не настоящий чур. Ну, дороговато. Это... Даже $80 сколько? Я думаю, это нормальная цена. Сколько здесь?
Белье сушится.